потеряли маму. Всем привет! Мы снова в Киеве. Мы сейчас идем, гуляем по центру города и вот поднимаемся по очень старенькой, очень красивой живописной улице, которая называется Софийская. Она ведет прямо к собору, к Софийскому собору. И это на самом деле есть самый-самый центр Киева. Мы находимся внутри старого города, внутри вот этого города, который был сделан Ярославом Кудром. Мы уже потеряли маму. Мы ее нашли! Мама в ее естественной среде обитания. Потерянная. Именно старого города. Дом пока откроется дом Булгакова. Его еще называют дом Турбиных. Пока решили зайти в хорошую кафешку, выпить знаменитого киевского кофе вместе с киевским тортом. Она несла пока. Прикольные желтые цветы. С ручки с Масей Маргаритой. По этой лестнице поднимался Булгаков каждый день, когда жил здесь в начале 20 века. И жил Булгаков здесь до 1919 года. Нет? Это вот этот проект, да, вот этот пианино играл в Булгаков. Вот за нами дом Булгакова, и, в принципе, его памятник. Да. Обалденная выставка, обалденная обшивка. Там белый аквариум берет прямо до мурашек. Вся эта жизнь, вся эта ламповая обстановка. И супер. Да. Очень советуем. Всем советуем.
гуляя по улицам Киева, я как будто бы снова листаю свой учебник по истории. И здесь, где куда только не посмотришь, в центре города, встречаешь памятники, имена людей. И эти имена тебе знакомы с самого-самого раннего детства. Вот, допустим, княгиня Ольга. Все мы знаем ее. Вот это вот те люди, которые создали кириллицу. Кирилл и Мефодий. Ну и это, понятно, Ярослав. А, это апостол Андрей Первозванный. Вот это вид на Софийский собор. Вот это очень красивое министерство, здание Министерства иностранных дел. Называется Министерство закордонных справ Украины. Теперь я понимаю, что такое закордонно. Откуда взялось слово закордонно? Черные вареники. Вареники из судака. На самом деле сделаны по старинному рецепту. Но раньше они были белые. Вот сейчас добавили цвет от каракатицы. Короче, мы заказали сало в шоколаде. Какое-то особенное блюдо. Вообще, я была настроена скептично, но... Папа сказал, попробуй. Да. Ладно, раз в жизни бываешь в таких местах, раз в жизни ешь сало в шоколаде, да? Это десерт. Это десерт. Оно не режется. В шоколаде первый раз пробую, загадаю желание, снова вернуться в Киев и... Мелкие опять без камеры снимают. Нет, ничего страшного. А вот это Агири может показать, это цветок. Оригинальный рецепт вот с каштаном. Да, каштан. Снимаем. Все, выключаем там. Сейчас ведутся съемки телесериала. Мама занимается... Спортом. Спортом. В каждой руке по 2 килограмма сала держит она. Идет по Хрещатику. И заставляет еще по ходу дела фотографировать Айгерим ее. В разных, самых разных неожиданных местах. Используя разные приложения, типа бумерангов.